знаете, пока не вмешались люди в черном, игра была, в принципе, под контролем. Учитывая качество поля, мы старались все-таки играть в футбол. Конечно, было много борьбы, было много единоборств, футбола, может быть, было меньше, но мы все равно просили от ребят играть в футбол. И забили опять вполне логичный гол. Забиваем второй тоже, я считаю, надо посмотреть, конечно, видео, но чтобы не было субъективного мнения. Поэтому я считаю, что второй гол, если бы засчитали, то игра бы закончилась. И тут же нам показывают пенальти опять, не знаю за что. И тут уже началось театр, начался сценарий одного актера уже. Поэтому обидно, конечно. Мы хотели достойно закончить этот чемпионат. И ребята, конечно, молодцы сегодня, просто красавцы. Я горжусь ими. И они настоящие мужики. Момент пенальти. Что вы видели там? Там даже их игроки говорили до этого, что как он отменяет чистый гол, вы забиваете. И тут касания там не было. И человек ударяется в нашего футболиста, и из этого дают пенальти. То есть он был готов, он, у него сценарий был в кармане, поэтому это, я считаю, это настоящий киллер в современном футболе. Вас удалили сегодня с поля, эмоции проявили, не жалеете о том, что вы сказывали? Все. Нет, потому что этот человек не первый раз меня хоронит. Я уже ему сказал в лицо, ты меня уже третий или четвертый раз. Будучи в Петрокубе тренером, он меня хоронил. Я все матчи хорошо помню, когда он судил и как матчи заканчивались. Поэтому пускай это останется на его совести. И я надеюсь, что будут приняты соответствующие меры. Матч с Петрокубом уже не будет иметь никакого, скажем так, спортивного и результативного интереса. Уже как будете готовиться к этой игре? Как это за сезон? Конечно, сезон, сразу можно сказать, что не удался нам, потому что были другие цели, другие задачи. Но пришлось столкнуться со многими проблемами. Это формирование по ходу чемпионата костяка команды, потому что мы формировались вплоть до, не знаю, середины, наверное, этого чемпионата. После середины наступила какая-то стабильность, где мы уже имели костяк, где мы имели состав уже более-менее. И последний матч это доказало. И, конечно, время было упущено, но ничего нельзя с этим поделать, потому что это была реальность. И, естественно, мы не удовлетворены этим результатом. Мы немножко, конечно, рассчитывали на другое, но что поделаешь, надо делать выводы и идти дальше. Уже закончится чемпионат, там уже будут делать выводы. Но последнюю игру мы будем играть в футбол. Мы выйдем, у нас над нами ничего не давлеет. Пускай они там переживают, а мы будем играть в футбол. Мы будем играть для болельщиков, чтобы хотя бы на мажорной ноте, то есть в психологическом плане, закончить этот сезон с победой. После матчевой пресс-конференции с участием главного тренера футбольного клуба «Спикул» Денис Коренков после игры «Зимур Спикул 1-1». Ваши комментарии по поводу этой игры, после чего последуют вопросы. Ну, в принципе, тяжело сразу что-то прокомментировать. В принципе, на первый взгляд, если только сказать, что игра была бойцовская, хороший футбол, показали зрелищный, с гаммой моментов. Ну, я думаю, это можно эту игру в целом занести в зачет как плюс для всего в целом в футболе. По самой отдаче сегодня ваша команда очень хорошо выглядела именно в этом плане. То есть это борьба за выживание, и вы преследовали какие-то другие цели, может быть, Зимру мотивировал вас как-то по-особенному, как соперник, имею в виду. Ну, в принципе, это, как сказать... Касательно, если таблицы, да, если опираться на таблицу, то, естественно, да, сейчас каждый пункт в таблице, каждое взятое очко, оно
на вес золота, да, очень важно. А если касательно Зимбру, то это хорошая команда, хороший клуб в целом, неплохая команда. У нас мы, несмотря на то, что это Зимбру, там может быть Шериф, Дача, Свентул-Георгий, кто это бы не было, каждую игру стараемся по максимуму уделять внимание концентрации, самоотдаче, желанию и так далее.